Ну, кто пойдет? Русик, давай, выбираем. О, ничего себе! Красота! 18 тортов и одна свечка. Mine is bigger than yours. Где такой взял? Слушайте, ну у нас же не похороны, друзья. Вы чего свечку подняли? Маленькая. Сожаление. День рождения. Это поздравляю. Я сгару. Окей. Наташа. Дорогая моя подружка, любимая, я тебя хочу поздравить с днем рождения и пожелать тебе в эти интересные дни максимальной адаптации к ситуации. Потому что первый раз, конечно, у нас такой день рождения, что мы справляем вот так по скайпу, изолированно, и, ну, надеюсь, это последний. Поэтому тебе давай здоровечко, сейчас оно актуально. Ну и вот максимальной адаптации к ситуации. Ну, естественно, не терять жизненного тонуса и радости, потому что если мы начнем вообще реагировать серьезно на эту ситуацию, мне кажется, ничем хорошим не закончится. Поэтому, девочки, давайте выпьем за Наташку. Она у нас жизнерадостный человек, веселый, довольный, и вот всегда таким оставайся. Давай, моя хорошая. Я у микрофона, Наташ, никого не слышно. Наташ, я тебя тоже поздравляю. Ты наша такая радостная нотка в нашей компании, особый такой, знаешь, как это, фея, знаешь, которая звенела у Питер Пана. Такая, знаешь, веселая, всегда неунывающая, всегда есть кому обратиться, с кем поговорить, если что. Вот такой и оставайся. Пусть у тебя будет позитив, это самое главное. Хороший настрой на жизнь, а жизнь продолжается. Ура! Да, Русик там пытался на гитаре что-то слабать. У меня ноты закончились там. Со Стивом мы вместе идем. Юрка, для тебя винегрет специально купила. Спасибо, я тоже подметила. Наташ, тебя тоже поздравляю с днем. Слышно там что-то, да? Поздравляю тебя с днем рождения. Всего самого-самого хорошего тебе, слушай. Здоровья, счастья, много радости. Чтобы этот год был для нас полным обнулением и заходом всего того, что мы долго желали. Так что... Сейчас за мной первая тысяч на земной. На, чей, здесь качай. Чего нет для этой песни? А что нам надо для песни? Он тебя этим... The toast. Oh, it's my toast, is it? Yeah. Right. 45 years. Let's hope we do at least another one, okay? During these hard times of coronavirus and sexual transmitted diseases, let's hope that we can last at least another year. But not in this fucking quarantine shit, okay? Anyway, all the best to the woman I love, and many more birthdays. Дорогая моя, разлюбезная, любимая моя кумушка, счастье-то неземное наше. Ты так объединила столько прекрасных людей. В тебе собрался целый кладезь, наверное, даже не комплекс, хотел сказать, кладезь самых добрых человеческих чувств. Сексуальность, распиздяйство. Все. Хочу выпить за тебя. Люблю тебя. На Тихорецкой отправиться, погонщик тронется пером, отправиться. Вина кирпичная. Пойдем, что ли? Пойдем, давай, пойдем. Кирпичная, часы вокзальные, в окошке белые, лоточки белые. Точки белые глаза.
Вот, я хорошо понял, о чем говорит Руслан, потому что ты вот лично для меня это человек, такой парус, да, который ведет далеко-далеко, вот, в общем. И всегда так было, да, и сейчас, и твое мнение, твое отношение к разным вещам, оно очень ценно и правдиво, и искренне. Вот, и я присоединяюсь к словам, которые Руслан сказал. Вот. Отличный тост. Давайте еще раз. Все присоединяемся. Да ты чё, да? Я не помню уже. Осторожно, не разбей там. Ого! Слушай, кто радуется подарком? Трогнем. Стоп! Ой, это все знают. Мы подошли из-за угла. Гоп-стоп, ты много на себя взяла, теперь расплачиваться поздно. Посмотри на звезды, посмотри на это небо. Рядом лежат березы, посмотри на это море. Видишь, это все в последний раз. Теперь расплачиваться поздно. Посмотри на эти звезды, посмотри на это небо. Взглядом блядь березы, посмотри на это море. Видишь, это все в последний раз. Shut up, bitch. Happy birthday to you. Я-то и в сейве. Ой, что там? Торчик приехал. О, Ленка проснулась. Give me a blowjob. Come on, blowjob. Ты мой золотой. Смотри, какой торт спек. Ура! Ура! Дорогая Натали, я уже говорил сегодня, что в это непростое время твои качества, такие как, конечно, потрясающий оптимизм, нам всем очень нужны. Вот. Не будем, конечно, драматизировать, но все-таки действительно все так уж да, и весело. Но с тобой весело всегда. От тебя столько всегда есть энергии, энергии позитивной. Вот. Так что я надеюсь, что ты это сохранишь, поделишься с нами, и будешь бодра, весела и любима. Ну и, конечно, любим всеми нами. За тебя, дорогая, за твой оптимизм, за твою жизненную энергию. Спасибо. Русик, пой. Такая маленькая грудь и губы алые, как маленькие. Вы, пиздец, как только соединяете, вас не заблокируют. Ну ты чё? Уходит капитан в далёкий путь. Never. Let me go for my darling. I love you and my friends are so cold. So cold. Love me tender, love me true. All my dreams. Or fulfill, or my darling, I love you, fuck you. And I always will. Thank you very much. Thank you. Bravo, bravo. Думаю, что это будет один из самых запоминающихся дней рождения. Говорите. Потому что, как бы, ну, то есть такая необычная ситуация, да, для нас, для всех. Вот. И, конечно, мы будем это все помнить. Если выживем. Выживем, потому что пошел дождь, а дождь к дню рождения — это хорошо. То есть сейчас... Это, да, это к денежкам. И это все. Да? Поэтому чуть нас... Пока, девчонки, Русик, пока. Пока-пока. Пока. Пока. А Митя куда? Спасибо огромное, что досмотрели это видео до конца. Ставьте лайки,
подписывайтесь на канал и оставляйте под этим видео комментарий. Если нужна какая-то дополнительная информация, вся она есть под этим видео в описании. С вами была Оксана Майкова. Пока-пока, увидимся в следующем видео.